Девочки, привет! Ура, ура, ура! Я все успела. Наконец-таки он готов, мой палантинчик. Смотрите, какая красота. Я его вчера постирала, высушила. Такая вообще классный такой получился. И не колючий абсолютно. Вообще, вот не знаю, еще может утюжочком пройдусь, отпарю. Вот такая красота. И шарфик готовый. Вчера мы с дочечкой усиленно вязали. Я палантин довязывала, а она шарфик. Говорю, дочь, давай, я начала шарфик, провяжи. Здесь страшного ничего нет, сложного английской резиночкой. И она еще вот такую причепила тут бахрому. И вот такой классный получился, тоже такой длинный. Так, ну такой довольно-таки широкий, она же растягивается, резиночка, да? В общем, вот такой теплый толстый шарф тоже постирали. Мягкий-мягкий, вообще классный. Вот, я уже говорила, что шарфик я вязала из пряжи Норд от Вита, да, вот такая толстенькая пряжица. А этот палантинчик из китайской пряжи Линмин, шерсть норочки. И вот такая красота получилась. Он у меня получился 1,80 м на, ну, в районе 50, 45, по-моему, или 47. Но я его еще утюжочком пройдусь, он, наверное, еще шире может станет, а может и нет. И, девочки, ушло почти 400 грамм. Я думала 2 метра вязать, но вчера дочечка померила, говорит, мам, достаточно, хватит. Она вполне прекрасно его одевает на голову, еще оборачивает вокруг. В общем, красиво все хорошо получается. Вот такая красота. Сейчас поедем мы с Николаевичем купить кое-какие продукты, подкупить. Хотим вечером устроить проводы моим девочкам. Приедут сестры мои. Вот, племянница, в общем, хотим девчонкам устроить вечер приятный. А завтра утречком уже повезем их в аэропорт. Вот так. Так, еще я хотела показать. Вчера мы сидели тут немножечко рукодельничали. Связали вот такие ушки. Это в садик внуку нужно. Костюм зайчика. Ну, они маленькие, он еще не хотят не одевать костюмы, ничего. Ну и на Новый год сказали, чтобы мальчики были зайчиками, сделать ушки. Вот мы такие... Ой, Настя связала ушки. На ободочек прикрепили. Такие ушастый будет кролик. И хвостик у меня вот, бубончик есть беленький, да? Он такой неровный. Как раз будет вот как хвостик такой торчащий немножечко. Ну, в общем, пойдет. На шортики пришьет ему, как раньше, да, как в советское время. У нас в советских детских садах все были мальчики-зайчики, девочки-снежинки, если кто помнит, если кто советских времен. Вот и сейчас, только мы, помню, ушки шили мамы нам, да, мальчикам. У меня братья, мама шила ушки, вставляли также проволочку, а мы связали из Ализе Софти. Вот такая красота. Вот это мои вязальные дела. Больше ничего не вязала, так как усиленно занималась этим палантином. Пряжа тоненькая, вязалась долго. И еще помимо вязания, да, были домашние дела. В общем, девчонки, больше спицы в руки не брала ни на какой другой проект. Ну, сейчас провожу своих детишек, провожу Николаевича на вахту и займусь тогда уже вплотную вязанием. Так, ну все, поехали мы на рынок смотаемся. И потом уже буду готовиться, а потом, может, вам вечерочком подключусь. Обычно. Так, ну все, собрались мы нашей дружной семьей компанией. Девочки, помашите все. Провожаем наших деточек, девочек. Завтра все, тетю, дочечка моя с внучечкой улетают. Всем доброе утро. А у нас сборы продолжаются, да? Ага. Внучечка завтракает, да? Что ты завтракаешь? Нуть. Ты куда полетишь? А чего ты такая недовольная проснулась, а? Ну чё ж, ты к папе полетишь? Куда? В Питер она полетит к папе, да? Вот умничка. Чаёк пей. У тебя хорошее настроение? Ты рада? Угу. Так, сейчас собираемся
И чухаем в аэропорт, да? Да. Ну чё ты, одеваешься, внуч? Давай, одевайся. Будем одеваться. Мать уже тут сумку закрыла. Все. Все собрала, да? Да. Давай, одевайся. А крестик одели? Одели. Крестик одели, спрашивает. Одели, дочь, одели. Чемодан попробую запихнуть. Эти сборы то можно, то нельзя. Самолет, да? Перебираем. Дезодорант не берем, да? Приехали в аэропорт. Аэропорт такой колхозный, международный. Нютечка, Нютечка. Красиво так, глянь, ёлочку нарядили уже. По новогоднему. Пойдём. Пошли, сфотографируем ёлки, пойдём. И вот подарки. О, наша регистрация. Ой. Вот Краснодарский международный аэропорт. Лена, помаши ручкой. Запаковка чемодана. Уважаемые пассажиры, регистрация на рейс номер 6932 авиакомпании «Победа», Краснодар, Москва. Благодарим за внимание. Thank you. Давайте. Не плачь. Да. Начинайте выдачу багажа на рейс номер 6931. Идем, идем. Пока. Сюда, Настя, Настя. Вот сюда и туда. Пока, Настя. Давай. Давайте. Начинаем с тобой.
Так, ну что, выходим? Пошли, пошли. Ты уже куда приехала? Пришла? В автобус. Куда мы дальше поедем? Нет, в самолет. Сейчас будем подниматься. Да? А? Блогеру твоему отправим. Да? Что ты хочешь? Ну, мы скоро полетим. Осталось до самолета сейчас дойти и полетим. Все, ты где сидишь? Как называется то, куда ты села? А? Самолет, дочь. Время, значит, у нас 12:19, мы все едем по взлетной полосе. Смотри, там самолет полетел. Смотри, вон туда, смотри. Да. Видел? Там вон еще один. За нами едет. Садись. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Смотри, смотри. Самолет, да, какой большой? Ждет очереди, да? Когда мы начнем взлетать? А? Ну, наверное, там едет какой-нибудь. Не знаю. А там же голубой. Я хочу голубой поехать. Да.